Самая любимая наша вытананка – это петушок на жердочке. Это символ наступающего Нового года. Эту поделку из бумаги в виде петуха Наталья Ивановна любит больше всего, ведь на ее изготовление понадобилось потратить несколько часов. На другом окошке женщина изобразила Деда Мороза и Снегурочку, которые спешат на праздник детям, чуть дальше деревню снеговиков и северных оленей. В старину, например, даже по оформленным окнам можно было определить, какое событие происходит в семье. Вот и мы тоже своими картинками показываем, что уже приближается Новый год. Чтобы узоры на окне получились аккуратными, понадобилась помощь интернета. Воспитатель группы искала готовые эскизы на сайтах, а дети помогали составлять композиции и придумали название «Новогодняя сказка», когда комнату украсили, подготовили поздравления и пригласили в гости Деда Мороза. Спасибо, Дедушка Мороз. Елки, мы так рады. Подарить хотим стихи за нее в награду. Настроение у этих ребят новогоднее. Частичку праздника они решили передать и горожанам. Снова! Ульяна Шелякова, Денис Храмцов. Хроника дня.